Между тем, в соседней России за последнюю неделю выявили 1 800 000 случаев гриппа, заявили в Минздраве. При этом более 120 тысяч пациентов болеют коронавирусом в острой фазе. В стране продолжает расти заболеваемость вирусными инфекциями. Ранее эпидемиологи предупреждали о серьезных осложнениях свиного гриппа. В частности, он может спровоцировать воспаление сердечной мышцы. В Роспотребнадзоре отметили, что разновидность гриппа H1N1 стала крайне заразной. Пик заболеваемости в России прогнозируют на новогодние праздники.